Fight! Есть фаталити, есть бруталити, есть френдшип, есть стейдж фаталити. Теперь только анималити добавить и все. И новых персов. Естественно, роботов не хватает, пипец. Сектора Сайрекса, Милены. Как ни странно, я бы хотел вот сектора Сайрекса, Милену и еще бы, может, в принципе, достаточно. Ну, можно еще там арену или две добавить. А, то есть, смотри, к Чили еще, ребят, да. It's not my business. Keep it that way. Round one. Fight. Пока. Рыбаков сильно, я так проверял. Там еще, не знаю, как шума, но он прямо... Его. Тут мне просто много будет сразу. Лучший персонаж. Round 2. Fight. DLC. Очень крутой. Ударная сторона. Опа. Финишер!
Довольно красиво. Fatality. Fujin wins. Жестко. Ну, красиво. У Робокопа самая четкая дружба пока что. Среди собой прикольная такая, там робот-танец танцует. Это просто шедевр. Чисто из-за робот-танца можно Робокопа приобрести. За Фуджина прям реально приятно играть. Робокоп, он какой-то вот, ну, не люблю таких персов, которые пипец как медленные. Просто как жопа какой-то он, ну, не знаю, зачем так это делать. Да, какой странный кабал. What's your top wind speed? It's faster than your feet, Cabal. В принципе, Фуджин вообще напоминает этого из Devil May Cry, Вирджила. Серьезно, выглядит похоже, кстати. Комбо только у него какие-то были. Короткие. Первое намного лучше. Я вот заметил, в основном второй фаталити всегда слабее. Хотя у Робокопа, по-моему, да, у Робокопа наоборот лучше второй фаталити, чем первый. И это у Джокера, по-моему, первое тоже круче, чем второе. Но вся проблема в том, что фаталити всего два. Если бы было хотя бы три или четыре, было бы уже разнообразнее. Ну, может быть, добавят через еще один год. То есть вот этот автоматч вышел, грубо говоря, через год после выхода МК. Даже чуть больше, чем через год. The darkness consumed Raiden's soul. He was corrupted by Shinnok's evil. Not even you are immune. Round one. Fight. Yep, come on.
очень бой. Раунд 2. Файт! На первый взгляд, конечно. Такой быстрый, прям резвый. Я могу что-то из этого сделать, да? Я не могу из этого сделать. А, давайте попробуем этот стейдж поставить. Может, она есть? Вот его надо, я так понял, поставить куда-то вот сюда. Хорош. Возможно. Это лёгкая эрма, по-моему. Эрма кукольная. Два треугольника, да? Два треугольника, это стейдж. Ну, стейдж, судя по всему, на одно время только можно делать. Окей, давай. Че, френдшип, что ли? Ну и френдшип. Тогда. Friendship. Fujin wins. Такой беззабот. Новая арена — это огонь. Сказать. Френдшипы — это огонь. Фуджин — это огонь, реально. Рубакоп, он, походу, самый слабый среди подборки из трех. Шиву я пока не играл, но думаю, что она нормальная. Кто-то подсказывает мне. You've met the Great Spirit? We fought side by side, defending Earthrealm. She's never mentioned it. Round one, fight! Полегче, может что-нибудь, ребят. Ну, много треугольников. Что с треугольником X? Что-то идет, ведь треугольник X, квадрат. Ага. Вот оно. Ну, говорит, что должно быть. Дерджила, чем-то напоминает Саски, не знаю, серьезно, прямо огонь персонаж. Вот если бы Фуджина отняли бы, продавали от Combat Pack, я думаю, он бы раскупался быстрее, чем так, ну, не Combat Pack, а как автерматч дополнение. Не знаю, такие, блин, у нас реально Фуджин получился, остальные... Остальные не такие мощные, что будем делать? Они такие. Давайте продавать Фуджина вместе с сюжетом и с кучей всего. Уж так люди, походу, не тупые, вряд ли они купят. Так как тут два врага. Ставим мучителем. Серьезно.
Как говорится, зачем нам запариваться лишний раз? Пары так хватает. Why has Earthrealm favored the demons? Because their people are just and true. It is because they are wealthy and beautiful. Round one. Fight. Мне пишет, что купил. Ну, я не купил. Честно скажу, Фуджин получился как будто это новый персонаж, потому что я помню старого Фуджина, и он был нифига не таким крутым. А этот Фуджин, он прямо серьезно офигенен. Я еще помню его в этом, в этой, в игре про Саб-Зиро, он тоже там был какой-то. Здесь он прям четкий поцик такой, свой, с района. Даже идет больше вот этот стиль, и он просто обычный. Ну, собственно, вы, наверное, могли увидеть испытание Робокопа. Сейчас мы прошли испытание Фуджина, и, собственно, нас ждет последнее заключительное испытание Шина. Посмотрим, ребята. В следующем видео вы увидите его.